Меня зовут Андрей, вы на канале Boston Technic. И сегодня у нас новое поступление, трактор МТЗ 920. Давайте посмотрим на него поближе. Итак, данная модель, это практически то же самое, что и 82, но коробка у него уже идет синхронизированная. Он у нас 2011 года выпуска. Резина у него в отличном состоянии, проходит еще очень долго. Вообще нареканий у него по ходовой, по коробке, в принципе, нет. Только сегодня, скажем так, делали пробные заезды. Заводится с полпинка. Задняя навеска все работает. Этот трактор, как и все, в принципе, трактора, представленные на нашей площадке, проходит через сервисную предпродажную подготовку. И все они, в принципе, готовы к работе. Давайте посмотрим в кабине. Данный трактор, как и многие другие, вы сможете посмотреть, устроить тест-драйв и подобрать для себя необходимую вам модель различных годов выпуска на нашей площадке. Мы находимся в Волгограде на улице Историческая, 183. Ждем вас в гости.